Николай Аникеев сегодня совершит свой тысячный прыжок. Здесь, среди участников сборной команды СССР по парашютному спорту, чемпионы мира. Приготовиться. Среди этих спортсменов нет никого, кто бы слышал такой приказ меньше 400 раз. Мастер спорта Аникеев. 11 лет назад первый прыжок, сегодня тысячный. Поздравляем вас, Николай Аникеев, с юбилеем мужества и воли!